Александр Сергеевич, закончился очень тяжелый тур, очень изматывающий, напряженный. Две победы увезли, к сожалению, для нас гости. Скажите, что вы увидели в этих играх, что было самым сложным? И, может быть, есть какие-то моменты, которыми вы довольны? В принципе, разные были игры по своей сути. Сегодня больше поиграли молодые, потому что сегодня была игра провалена нашими лидерами с первых минут, с первых секунд, можно сказать так. К сожалению, хотелось бы хотя бы одну из двух игр выиграть, но на сегодняшний день все-таки баскетбол – это немаловажно, играют люди с антропометрическими данными. Все-таки у нас немножко не стандарт, как это модное название сейчас, ну, в принципе, не модное, американское. Смолбол играем больше на сегодняшний день. В наши ряды добавился Артем Ковалев. Мы рассчитывали, что он поможет, но, к сожалению, не получилось у него влиться именно сразу так с игры. Но до этого, когда он с нами ездил на несколько туров, все-таки команды были послабее, там он нам помог. А вот здесь все-таки против лидеров тяжелее. Здесь ребята и покрупнее, и погабаритнее. По вчерашней игре обидно. Вчера могли выиграть, в принципе, проиграли на последней минуте. Тоже из-за своих, скажем так, ошибок, глупых ошибок. И вчера немножко мы сыграли вот именно по-детски. Если сегодня даже молодежь, которая вышла, сыграла именно командный баскетбол и по-взрослому, то вчера было это более, скажем так, детские ошибки, которые, ну, иногда не объяснишь. Так что, в принципе, я за ребят доволен. Характер был и вчера, и сегодня. Просто обидно, что столько сил потрачено, но не сделано. Так что поздравляю соперника и, в принципе, работаем дальше.